Да, я сотрудник ЛСПД у слабо работа по специальной точке сбора данных автомобиля является угон. Сейчас стану прошу сверные номера. Данное авто является в угоне, выходим из автомобиля, сэр. Куда? Что ты делаешь? Успокойся. А нахуй ты погашишь, блядь? Кто погашит? Я с оружием, блядь, выхожу. Куда ты нахуй сразу тяжку надеваешь? Ты что, блядь, вообще гонишь? Это ты гонишь, я сразу тебе наручники поставил. Это Да уже твои... иди ты нахуй, ты что Это делаешь, уже блядь? твои проблемы. Ты гонишь, Ну все, блядь? разберемся потом, иди сюда. Кого ты нахуй разберешься? Не шуми. Иди сюда, где находятся ваши документики. Сюда иди, говорю. Документы где твои? В правом, в левом кармане, не знаю. Да, правым, левым, центральным. Нашел документы, ознакомился, положил обратно. Сейчас прохлопаю вежливо свой отдельщик напротив. О, лицензия коллекционера есть? Достал себе Нет. пакет и взял штурмовую винтовку. Так, достал себе пакет и взял карабинную винтовку. Хорошо. Сейчас сниму маску, человек напротив, поставлю здесь пакет. Повернись ко мне лицом, пожалуйста. Достану КПК, сверь фоторобот. Гражданин, почему здесь один? Так, хорошо, давай за мной. А, все, вижу. Аномалия. За мной, за мной, за мной. Появляется. Сейчас открою дверь автомобиля. Посажу человека. Пристегну ему ремень, закрою дверь. Спасибо за помощь. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете рандомный телефонный звонок. Также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам. Государство, ваш адвокат может присутствовать. До и время допроса. Понимаете свои права? Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на телефонный звонок. Также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам. Государство, ваш адвокат может присутствовать. До и время допроса. Понимаете свои права? Открою дверь автомобиля, расстегну ремень человека в автомобиле. Да. Давай за мной. Ха-ха, знакомый голос. Барбоза. Здорово. Привет, Армстронг. А ты здорово. Что же Сейнт? Это мой брат. Мой брат. Я как там, знаю. Леди? Какая? Сюда. Хуй меня кто убьет. Сюда занято. Сюда, пожалуйста. За мной, за мной. Капец, это аномалии. Где мой задержанный? Привет, ты тут видишь задержанного? Тут аномалии какие-то. Не понимаю, блин.
Привет. Меня слышно? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Слушай, что за аномалии? Где мой задержанный? Он либо исчез, или я не знаю. Ты его видишь тут? Да, спасибо. Зачем с... А кто у тебя был? Блин, да тут был один в наручниках, и он за мной шел, не знаю, он либо вот исчез. Ты не вижу никого. А, вот он, ё-моё. Тут же занят. У тебя в сейф-форме был задержанный? Да-да-да, вот он, да, спасибо. Так, вы меня слышите, нет? Чи? Задержанный, вы меня слышите? Вы хотите воспользоваться своими правами? Да, хорошо, сейчас надену перчатки, прохлоп и вешу задержку напротив. Ничего не нашел. Такс. Сейчас открою дверь, КВЗ, получу подсажу человека, закрою дверь.